Мне нужна улица Кирова, 30. Мне нужна Ляшенко Нина. Ляшенко Нина в другом подъезде. Во втором подъезде, да? Да. Первый этаж направо. Ой, налево, окошко подключите. Понял, спасибо огромное. Котяка. Андрей, один адрес уже. Шумят. Тихо, тихо, собак. Здравствуйте. Мне нужна Ляшенко Нина. Я вам посылку привез. Что не получается. Ой. А я думаю, что везде Артур твой. Хочу меня уговаривать. Спасибо. Не мазаши. Зараз я вас сфоткаю. Это я уже сфоткаю. Так, а ты постригся, чего ты постоянно? Я с Польши приехал. Скажите мне, будь ласка, много людей в вашем будинку стало? В нашем доме человек 10. А сколько жило? Жило, ну, считала я их. 24 квартиры у нас. Но осталось 8. Там, где 2 человека, я сама, дети до меня приходят. А почему вы не уехали? Не знаю. Может, уедете с нами? Смотрите, вернуться ж можно в любой момент. Я знаю, но не надо, хлопцы. Я тогда расстроилась. А теперь буду еще плакать. Ну, это ж недалеко, это ж, ну, не Галас. Это, тем более мы расселяем. Вернуться можно в любой момент. Не, не. У меня ж и дочка тут, и внук тут. Так все вместе и поехали. Они вообще не соглашаются, не знаю. Мы же дешево, но может, что тут закончится, будет тишина. Будет тишина и вернетесь сразу. Так кто знает, куда ты не вернешься. Вот там все, что только не наробилось. Ну, не плачьте. Спасибо, будем бережем. Хай вас Бог береже. Поначалу бігали в подвал, там була одна комната в нас. Тепер тут, до первого этажа. Отут ховаюсь в коридоре, оце стулка тут стоит. Як ото, это страшне, тут сидю. Бога малютика. Фух, да. Ну, на все добре. Не плачьте, все буде добре. Спасибо. Це з Києва ж посилка. Да, так. Колись і Польську, да, привозили, да, здавали гуманітарку, тут. Це, да, хороша гуманітарка. Да. Дякуємо. Дякую. На все добре. Бережіть себе. Спасибо. Спасибо. Хай Бог вам допомагає. Спасибо. Там тільки допомога не дійсно. Да. До побачення. До побачення. Ви там закрите? Так, 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 так. Спасибо. Дякую. Нема за що. Да, люди, конечно, бедовані. Есть возможность выехать, мы можем им реально помочь.
но почему-то вот именно старое поколение, взрослые люди, боятся так покинуть вот эти вот свои разрушенные хоромы. Я их, в принципе, где-то понимаю в том плане, что ну, тяжело как бы оставить то, что ты строил своими руками всю свою сознательную жизнь. Но я не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, улица Силикатная, 4. Силикатная. Ну вот сейчас за Силикатным вы и свернете. Ага. Или можно, вот, вы вернетесь назад, проедете чуть-чуть. И сразу за Силикатным, ага, сразу, вот за вот этим заводом, идет вся эта улица. Спасибо огромное. Пожалуйста. Всего доброго. Так, это должна быть многоэтажка, потому что квартира у нас. Ладно. Туки-туки. Виктор Евгеньевич. Здравствуйте. Силикатная, 4. А это барак полностью 4. 4. А 10-я квартира? Да, да, да. Здравствуйте. Мне нужен Виктор Евгеньевич. Проходите. Добрый день. Добрый день. Мы за вами. Добрый день. Эвакуация. Куда? В Харьков. Алена. Ой, за папкой приехали. Здравствуйте. Здрасте. Шо? Вы собраны? В смысле не собраны? Надо одеваться. Ну да. Собирайтесь, одевайтесь. Подожди, а еду? Да? Ничего не волнуйтесь, накормят его, то есть с этим вопроса вообще нет. Питание, проживание, все это, ну, как бы, наша организация берет на землю. Главное, документы там нет. Так что, я пить его? Алло. Давай, включу. Правит, пожалуйста. Нашел, сейчас мы выливаемся, выезжаем. Давай. Хай микрозак разбирается, я не знаю, что. Ну, я выиграю, отдаю тебе телефон. Ай, правит, блядь. Ты жили тут под оккупацию? Ну, конечно. Да? Да, мы полностью. И как жили. Было? Ну, как выдержали. Выдержали все. Да. В погребе сидели. Ну, ничего. А теперь много людей уехало? Да. Осталось здесь. Вот эта вот мать его,
там еще на углу, мы, сестра моя еще, и еще два человека. Все, типа уезжали. А почему ты не уезжаешь? Мы? Ну, у меня собаки. Ты любишь свои собаки? Да, да. И ты для них того стала, да? Да. Ради него сын уехал в Харьков мой, да. Але обстрел есть тут? Бахкают, да, бахкают. Каждый день часто? Частенько. Особенно ночью почему-то. С Богом? Да, несу. До перемог. Так что, до перемог, конечно, да. Сюда. Да. Да можешь, люди спешат. Ну, желательно, конечно, побыстрее. Пойдем, может, походу, да. Пока будем идти. Ну, да, будет, да. Вот у нас же уже вредно. Ну, собак же ждать. Удачи. Сейчас. Спасибо. Счастливо. Все будет нормально, не волнуйтесь. Це не страшне, ви возле 10-ї знімить, там і гаражі розбила, і віта полетіла, там, там. Кирпичок заборонив. Сейчас я, давай я туда зайду. Подходь. То есть, то нема, то. То два раза звоню. Шо, задом может? Давай я тебя затяну. Да сейчас. Вот так. Вот тихонечко. Миша, нога. Да, сейчас, голова. Сейчас, нормально. Витя, палку ты не брал? О, нет, ты палку. Все, да? Да. Все. Все, давай. Удобно, все нормально. Все. Все, давай. Счастливо. Звоните. Все, до свидания. Всего доброго.